встраиваемый штатный пульт в автомобиле BMW. Теперь штатную плату управления вы сможете полностью поменять на наш встроенный пульт, не применяя никакого радиомонтажа. Наша система адаптирована для работы с самыми популярными автоматиками, которые устанавливают в России и странах СНГ. Покажу, как легко заменить штатную плату на новую. Рекомендуем вам использовать пластиковый медиатор, чтобы не поцарапать корпус. Все готово, теперь подключим питание. Система имеет функцию копирования с пульта. На столе мы подключили внешний приемник Дархан DHRE и тестовый шлагбаум. Давайте пропишем оригинальный пульт и проверим. Пульт прописался, шлагбаум у нас срабатывает. Покажу, что на штатную систему у нас ничего не запрограммировано. Для того, чтобы скопировать с пульта, нажимаем и удерживаем кнопку, которую мы хотим назначить рабочей. Подносим оригинальный пульт и нажимаем с удержанием рабочую кнопку. Длинная вспышка говорит о том, что копирование выполнено. Можно проверить. Все работает. По такому же принципу и настраиваются и другие пульты. Если возникнет необходимость перепрограммировать эту систему, то есть перезаписать на кнопки другие пульты, нажимаем синхронные кнопки 1 и 3 до вспышки индикатора. После нажимаем и удерживаем кнопку, которую мы хотим назначить рабочей, подносим оригинальный пульт и нажимаем кнопку, которую хотим перенести. По такому же принципу можно перепрограммировать другие кнопки. Синхронно 1 и 3, удерживаем до вспышки, потом отпускаем, нажимаем кнопку, которую хотим назначить рабочей, подносим другой пульт и также нажимаем рабочую кнопку. И так все кнопки можно перепрограммировать. Если потребуется очистить эту систему, нажимаем синхронно 3 кнопки. Удерживаем до длинной вспышки. Длинная вспышка говорит о том, что система полностью очищена. Принимаем заказы на серийное производство данного оборудования для автомобилей других марок.